Здравствуйте! И добро пожаловать в клуб Алексея Козлова на второй фестиваль Первого джазового радио. Меня зовут Виктор Адзиевский, я с большим удовольствием составлю вам компанию на сегодняшнем вечере. Мне бы от всей души и от всего коллектива радио хочется выразить благодарность клубу Алексея Козлова и его арт-директору Араеку, которые с таким энтузиазмом откликнулись на наше предложение провести фестиваль здесь, в одном из лучших клубов России. Они позволили нам сделать фестиваль именно в том формате, в котором мы хотели. Это для нас новый формат. Следующие два вечера здесь, на этой сцене, выступит 13 изумительных коллективов, каждый из которых играет в своем направлении, имеет свой особенный неповторимый почерк. И перед тем, как начать концерт, представить вам первый ансамбль, мне бы хотелось сказать пару слов о нашем радио. Я не отниму у вас много времени. Оно возникло лишь 3 года назад усилиями одного очень деятельного человека по имени Геннадий Люлин. Он сегодня здесь есть в зале. Гена, пожалуйста, приподнимись. Нет, не руку, ты приподнимись, всем покажись. Вот посмотрите туда. Это директор Первого джазового радио Геннадий Люлин. Изначально это была маленькая группа ВКонтакте. Ну, может быть, 40 тысяч человек. Каким образом она за 3 года умудрилась стать очень большой группой, каким образом появился портал, интернет-радиовышки, появилась удивительная публика, которая сегодня здесь и которую имею счастье наблюдать. Остается загадкой, но это случилось. И цель нашего радио, она остается прежней, я говорил о ней в прошлый раз, на первом фестивале, она не изменилась. Наша цель – это популяризация и распространение джазового искусства и всех смежных с ним направлений. И делать это не так уж и сложно. Во-первых, потому что есть действительно удивительная аудитория, которая к этому очень восприимчива. И во-вторых, потому что не так уж и много конкурентов. Проблема в том, что очень мало людей этим занимаются. И это вот тот случай, когда действительно вы были бы рады конкурентам, но их, к сожалению, нет. Спасибо. И позвольте представить вам первый ансамбль, который называется «All Eyes», его бенд-лидер Петр Бутынин. Это не просто ансамбль. Перевод дословный, название «All Eyes» — это переводится как «во все глаза». И в действительности это руководство к действию. Этот ансамбль нужно слушать во все уши, смотреть на него нужно во все глаза. Это молодые музыканты, студенты и выпускники джазового колледжа C-Jam Club. Они время от времени и очень часто выпускают по-настоящему классные кадры, которые очень быстро становятся резидентами наиболее интересных клубов, которые экспериментируют, развиваются. И поэтому у All Eyes уже есть репутация молодого многообещающего коллектива. Пожалуйста, поддержите их и еще раз поаплодируйте. Наслаждайтесь вечером.
внимательный слушатель услышал Old Blues Майлса Дэвиса. Следующее Wizard's Wednesday, среда волшебника. Написал Рома.
Сейчас хотели бы сыграть, в общем, хорошо известный стандарт «Someday my prince will come», «Однажды придет мой принц». А в своей аранжировке я решил немножко заглянуть в программность текста, заглянуть в смысл слов и подумать о том, ну, вот, реальном ожидании, когда мы не знаем, придет, не придет, и подумать об этом как, как-то обобщенно, как о мечте вообще в жизни человека. Спасибо.
подводные свиньи. Наш клавишник Сережа написал замечательную песню о том, как свингуют рыбки в океане. Thank you.
сыграл ансамбль Lies, на басу Галина Ежова, на ударных Иван Бакин, на главанах Рома, клавиши Сергей Жуков. Наш великолепный скрипач Петр Гатынин. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Это Петр Талалай, барабаны и iPad. Алексей Наджаров, электроника. Илья Вилков, тромбон. Юрий Севастьянов, саксофон. Мария Лагофет, альт. Извините. Альт. И Григорий Садомирский. Это называется Gold's Notes. У нас есть в продаже вот там...
Thank you.
Композиция называлась «Приметы». Далее прозвучит пьеса под названием «Новые города», плавно переходящая в следующий трек, о котором скажем позже. Thank you.
Thank you.
Thank you.
саксофон. Юрий Галкин, контрабас. Петр Талалай, барабаны. Меня зовут Наталья Скворцова. 2 декабря в этом клубе, примерно в это время суток, насколько я понимаю, мы будем проводить презентацию нашего альбома «Новые города». Ждем всех в гости. Называется «Автострада». Thank you.
Сергей Григорян. Сергей Талатарев. Олег Грымов. И Юрий Хорошевский. КВМК. Клуб любителей музыки. Теперь настало время посмотреть отражение в зеркало времени. Друзья мои, регламент не позволяет. Ну, тогда до скорых встреч. У нас скоро будут концерты разные. Вот подскажешь, чемпионат мира будет по футболу? Все, к сожалению, мы вас покидаем. Да. С 14 января в этом клубе состоится наш сольный концерт. Приходите. Thank you.
нас представили, мы группа Шу, и сейчас мы чуть-чуть пошумим для вас. Следующая песня называется «Далекой весной». Thank you.
песня называется «How Many Times». Эта песня принадлежит прекрасной афро-германо-румынской группе «Айо». Тоже великолепная певица. «How Many Times». Thank you.
абсолютно соло. То есть мы постараемся охватить все стили, которые только есть. И следующая песня называется «У моей души», и это что-то вроде танго. Чужими я стою.
Thank you.
Thank you.
things I confess. Ain't that messy? Cause they're singing all the day and one just a mess and a mess and a mess and a mess. Only just a thing inside my mind, cause I fly and fly and make it so hot. Just away. Perfection all day and night. Make it so life to buy into time to sight. Just to buy to sight and that. Make it flow like this. Like the drama sticky and big. It makes so high and I feel like vibration in my head. Connection like the fire. Make that desire. Make like the basket play. Ain't no room in higher. Спасибо, это была группа Grassroots Foundation. Еще один трек мы сыграем напоследок. Come on.
Спасибо, это была группа Grassroots Foundation.